Депутаты партии «Единая Россия» совместно с администрацией Карачаевского района провели мониторинг строящихся объектов. О том, как идут работы в Карачаевском районе и на что проверяющие обратили внимание, в репортаже Аслана Герюгова. В течение нескольких лет в Карачаево-Черкесии при поддержке национальных и партийных проектов строятся различные объекты. В этот раз мониторинг таких объектов прошел в Карачаевском районе. Начали с общественной территории в ауле Кумыш. Она облагораживается в рамках проекта формирования комфортной городской среды. До конца года планируют обустроить детскую игровую площадку, сцену амфитеатром и многофункциональную спортивную площадку. После этого делегация направилась в село Костахитогурово, где также осмотрела спортивную площадку. Везде работы ведутся в рамках тех сроков, которые отпущены. И самое главное, очень радует то, что сегодня в рамках нацпроектов и партийных проектов очень большое внимание уделяется развитию вот таких сельских территорий. Это и влияет на качество комфортного проживания жителей сел. И самое главное, что уделяется внимание таким проектам, которые позволят проводить досуговое время жителям сел комфортно. Далее по графику поселок Мараяры. Здесь в рамках проекта «Демография» строится детский сад на 80 мест. На сегодняшний день уже выполнены почти все работы и до конца года планируют закончить монтаж системы отопления и облагородить территорию. Мне, как председателю комитета по аграрной политике, хотелось бы отметить высокую значимость данных объектов, потому что они нацелены на то, чтобы жители сельской местности нашей республики получали те же социальные условия, которые имеются у нас сегодня в городах. И я надеюсь, что с введением всех вот этих объектов жизнь на селе у нас будет улучшаться. И вот тот вопрос, который у нас сегодня есть в обществе, о том, что миграция у нас из села в город, я надеюсь, как чем больше таких объектов у нас будет вводиться на территории республики, такая проблематика у нас будет отпадать. Стоит отметить, что в ходе реализации подобных проектов жизнь в городах и селах нашей республики улучшается. С каждым днем мы видим все больше и больше облагороженных улиц, дворов и детских площадок. Во время мониторинга объектов нарушений не выявлено. Все они до конца года будут сданы в срок. Аслан Герюгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район.